Всем привет! С вами я, Алиса, и мой канал Беливикс. У меня для вас очень хорошая новость. Сегодня мы продолжаем охотиться на кукол Monster High, Ever After и других брендов по Франции. Да-да-да. Сегодня мы посетим с вами магазин Toys R Us, или же кто-то говорит Toys R Us, как хотите. И да, перед просмотром не забудьте нажать на красную кнопочку внизу, то есть подписаться на мой канал. И на шестеренку не забудьте нажать. Так вы будете первыми узнавать о новинках моего канала. А теперь можно начинать. Пойдемте в магазин. Итак, первое, что мне попалось, это целый стенд, посвященный красавице и чудовище. Пардон. Куклы Дисней мы тут видим, большой ассортимент. Так, сейчас покажу вам. И тут, кстати, на вторую куколку 50% скидка. Но куклы по 14 евро. Ой, первый раз вижу ее, красавица. И, конечно же, куклы Белль. Эксклюзивов я не вижу, то есть все вот... Хотя цена 35 евро, в принципе, можно и так считать это эксклюзивом. Левее стенд Star Wars и Cars. Cars, да. Неужели нельзя было по-русски нормально сказать тачки? Логика. И тут целый стенд, посвященный Моане. Почему называется Вояна, я не знаю, честно говоря. Может, вы знаете, напишите в комменты. Хотя... Тут есть пупсики по 40 евро и куколки тоже по 40 евро. Судя по всему, она поет. Ага, понятненько. Можешь уже не петь, все поняли. Так, и бюджетный вариант по 20. Так. Собственно, вот. Тут бьюти-стенд от Клэрс. То есть тут разные украшения. Вот. Там чехольчики, очень много всех всячины. Наконец-то куклы. Я уже вижу, наконец-то. Я очень скучала по этому магазину. Итак, сначала куклы Барби. Вот, ржуя Барби. 100% Рэмборсей. Не знаю, что это такое. О, чувак, ты странный. Так, куклы Дисней. Кстати, тут, в принципе, ничего не изменилось с того раза. Также этот стенд был, когда я была. А вот тот вдалеке не очень-то обустроен. Итак, мы куклы Fashionistas видим. И Monster High за 10 евро. Вот это я вижу первый раз. Только видео я видала. А так не. Итак, ну давайте начнем с Monster High, пожалуй. Вот такой большой тот стенд. Ух ты, ёлки-палки, я вижу это! У меня немножко шок. Я хоть и не сильно увлекаюсь куклами Descendants, но эти новинки все равно меня интересовали. Да, и вот это. О, просто супер. Так, кукла Super Hero Girls. Мне потом будет интересно посмотреть эксклюзивчики Барби, потому что мы реально с мамой подсели на этих кукол. Так, ну, новинок я, честно говоря, из Monster High не вижу. Давайте начнем. Iris Clops, я люблю моду за 25 евро. Франкенштейн базовая 10 евро. 10 евро? Ну, не так уж и плохо. Не все потеряно. И также Лагуна Блю, Дракулаура из коллекции Shriek Fract. И внизу мы видим Дана Трэжер. Цена 35, Дана стоит 30. Муаника Дикей 25 евро. Также мы видим Рошель Гойл. Рядом новая Дракулаура, Пати Хейр, стоит 25 евро. Дальше Дракулаура Гултабет 25. Ой, что с Лагуной Блю? Ой. В общем, Welcome to Monster High коллекции. Также Муаника, Лагуна Блю. Муаника, кстати, за 10 евро. Удивительно. Что это она за 10, а Лагуна за 25? Что за беспредел? Ну, вот еще Клодин я вижу. Левее. И также Франкенштейн и Ари Хантингтон. Ну, что ты поешь, красавица? Ой, ё-моё.
Она такой, на-на-на-на-на, чё-чё-чё-чё-чё. Франкенштейн Дракулаура по 20, а Ари Хантингтон стоит 30 евро. Также кукла Electrified по 25 евро. Зачем так говорить? Я до сих пор не посмотрела мультик. Вообще ужас. Так, я вижу Клодин Вульф за 25 евро. Хорошая цена, но это не на то. Вот, собственно, все. Кажется, завезли только Клодин и Франкенштейн. А, не. Еще Твайла есть. Так, так, так. Все, все, все. И Ари Хантингтон за 22 евро. Бюджетная, ну, в принципе, как-то такое себе. Так, тут мы... Все, повтор. И также тут есть Мелодия за 25 евро. И Дженнифер Лонг вдалеке тоже есть из этой коллекции. Вон она. Также... Так, 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 так. Я как профессионал хочу сказать, американский отличается от европейской версии. Отлично, кошмар. Отлично. Перевыпуск Франкенштейн базовый. Ой, жуть. Посмотрите, какой ужас. Что за Арис? Да. Наша Арис, американка, это вообще что? Что за цвет какой-то? Какая-то лягушка здесь. Так вот, есть еще Франкенштейн и Дракулаура с упрощенной артикуляцией по 15 евро. Дана Трэжер, Пустота, ну что тут было? Так, двойной какой-то набор Monster High, а также Джинни... А, ну судя по всему, I Love Fashion Джинни Висп Грант. Так, что мы тут видим? Коллекция Great Scary. О, смотри, смотри, тут 10 евро стоит Кала Мэри. Кала Мэри. 10, да, кстати, не так уж и дорого для этой куклы. Но тут только она, видимо, решили сбагрить под конец. И также Франкенштейн 13 евро стоит. Так, не падать. Все, собственно, да, вот завесончик, так сказать. И кукла Бьорк LED 20 евро, вместо 40. Да, вот, можно посмотреть. Так, собственно, только она. А, и Mousedes King. Вон я вижу вдалеке, надеюсь, вы тоже. Угу. Внизу также завал. Почему завал именно LED? Неужели она такая плохая? Лично мне она очень нравится. Ну ладно, собственно, 20 евро. О, по сериф еще. Только сейчас я увидела. То есть вот десяточка можно купить. И также мы видим Spectre Wandergeist Ghouls Getaway 25 евро. Внизу мы видим Kirsty Drolson за 30 евро. Опа. Также Dana Treasure. Dana Treasure. И так далее. Вот, и Гулёпа Джеллингтон вместо 40 евро, она стоит 20. Версия европейская, к сожалению. И да, интересно, что тут остались куколки Way to Wonderland. Что они тут делают, я пока не очень-то понимаю. Как еще не успели скупить, потому что уже становятся раритетными куклами. Коллекция Way to Wonderland. Итак, куколки стоят по 25 евро. Это Китти Чешир, Мэдалин Хэттер. Так, и только я начала разгоняться словесно, и тут закончилось все. Ассортимент коллекции небольшой. Пяти кукол есть две. Тем не менее, они все-таки есть. Куклы Descendants 40 евро. Надо сфоткать и обязательно выложить в Инстаграм фотографии. Кто еще не видел, подписывайтесь. Также есть Bratz Study Abroad 20 евро. О, и смотри, есть MC2 Project. Вот сейчас все начинают пиарить эту компанию. Так что вот, да. И куклы DC Super Hero Girls. Вот эти я знаю точно не новинки. Вот прям вообще зуб даю, что новинки. Стоят 20 евро.
Окей. И вот это мы с вами недавно видели, 20 евро. Тут аж целый стеллаж. Вау. Что-то как-то многоватенько. Да, вот еще. Обычные куклы стандартные по 25. Также есть даже винилки, классно сделаны. Наборчик стоит 35 евро. И давайте перейдем к куклам Винкс. Ну, надеюсь, вы меня не будете за это бить. Ух ты, надо же, я первый раз вижу Винкс-русалку. Нежданчик, 25. Сирена. Тут разные, есть еще Флора. Также Лейла, Стелла. И карета, целая карета. Хотя это больше похоже на суповницу, да, именно так. Стоит недорого, в принципе, для такого набора, 25 евро. Bloom Fairy Dream. То есть вот тут Bloom с короной, такая вот красавица. Вот мы видим весь стенд. Все знают, наверное, что Toys R Us – это сеть. Довольно крупная, она и в Америке есть такие магазины, и во Франции, и в других странах. Так что, в принципе, ассортимент большой, если сравнивать с другими магазинами, неплохо. Цены даже не кусачие. Но надо, конечно же, помнить про доставку, что это все-таки надо довозить в Москву. Впрочем, на моем канале есть отдельное видео про цены. Кому будет интересно, то смотрите. Конечно, я обязана показать стенд Барби, потому что среди вас, я уверена, есть фанаты этого бренда. В принципе, я тут не вижу никакого раритета, все новинки. Мне вот особенно забавляет это. Но это что вообще такое? Что за аниме стиль? Ну, не знаю, как-то это выглядит. Вот я вижу, что... Такое более эксклюзивное, так это куклы Барби Холидей 2016 года. У них очень красивые упаковки. Вот это мне больше всего нравится, если так спрашивать. Стоят они 50 евро. Ну, в общем, две куклы только есть в ассортименте. Такой вот домик. Да-да-да-да-да. Тут много очень наборов. 100 евро вот такой самолет. Я бы хотела, всегда мечтала о таком. И есть тачки. Одна за 35, а другая за 70. Я не знаю, чем они отличаются, но цена существенно отличается. О, ого. Такая вот, вот это, да, реально стоящая такую тачка. Вы в свою коллекцию бы хотели. А что стоит? 60 евро. Тут всегда находились раритетные куклы, коллекторы. Теперь они закончились. Что такое? Зачем? А вот это прям Розабелла Бьюти. Ну, да, что же еще можно придумать-то, конечно. Собственно, вот тут разные аксессуары. Вот. Такая тебе понравилась? Ну, а мне больше понравилось вот это. Тут стенды Little Pet Shop. Так, ну, в принципе, тут ничего нового. О, разве что я вижу тут интересных новиночек. Ну вот, эксклюзивы, во-первых. Кстати, ух ты, я в шоке. Этим куклам цена большая довольно. Они тут их продают за 30, за 20 спокойненько. И вот мы еще подожди. Тут новиночки увидели. Вот это мы знаем, вот эти вот версии, да, да. Арт-культурные. Цена не такая же. Прикольная, да, прикольненько. В общем, смотрите, я вижу кукол Элена Эвалор. Что она делает, непонятно. Вот такие три вариации. И вот такие вот Star Darlings. Я еще видела их тут летом, прям под конец. Где-то в августе, да, вроде бы в августе. Прям в самом конце. И меня они, конечно же, как-то шокировали в некой степени. Так вот, мы тут видим стенды. О, заметьте. Storytime Princess подделочки. Ну, что ж, Моана, приветик. Ну, тут опять тот же самый стенд, ничего нового. Любителям троллей сюда. Шопкинс.
Little Pet Shop. И смотрите, тут есть даже цум-цум. Они очень классные. Кайфные прям. Такие маленькие. О, милошечки. По 6 евро. В принципе, как Little Pet Shop. Вот они. Ребят, есть ли среди нас любители Sylvanian Families? Напишите в комменты. Тут разные бэби-борны для детей помладше. Также я вижу кукол Нэнси. И отдел для хозяюшек, кухарочек. Мне раньше все нравилось. Сейчас, ну, больше куклом. Да, вот такой вот. О, скоро магазин закроется, но мы сразу успели все снять, это радует. Феечки. Какой масштабный сет. Что ж, на этом наше видео подошло к концу. Ставь лайк, если тебе понравилось, и также подписывайся на канал. Все ссылки будут в описании на мои соцсети. Всех вас очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!